От банального кашля до серьезных заболеваний. Ежегодно к врачам Маргаушской центральной районной больницы обращаются за помощью около 350 тысяч человек. Однако врачей узкой специализации не хватает, и многие жители сел и деревень вынуждены ехать за консультацией в Чебоксары. В такой ситуации на помощь едут профессионалы республиканского уровня. На прием к врачу – очередь. Прием ведут врачи высокой квалификации – эндокринолог, нефролог, пульмонолог, гастроэнтеролог и онколог. Пациентов местные доктора готовили заранее – анализы и необходимые обследования. У Людмилы Михайловой давно скачет сахар. Возможности попасть к эндокринологу не было. Сложно отпроситься с работы. Врачи знают, что мы болеем. Вот предупредили, что это приезжает эндокринолог в районную больницу. И вот направили, написали и приехали сюда. Сейчас сидим в очереди. В город далеко ехать, и еще времени нету. Там у нас полдня проходит, туда-сюда ездить. Вот удобно сюда. Вот приехали. Так, сейчас сделайте глубокий вдох и резкий выдох. Еще раз. У многих осложнения после коронавируса беспокоит кашель. Пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеролог. Полное обследование за несколько часов. Так, нажимаю, больно? Чуть-чуть больно. Да. Вы откуда приехали? Мы с деревни Юнги. Далеко находится отсюда? Далеко. Далеко? Ага. На чем приехали? 20 километров. У нас козел специально ходит сюда. Спасибо, что этот приезжает из города. Такие специалисты нам. В город ехать тяжело. Пациенты разные. Кто-то просто с гастритом приходит, у кого-то цирроз уже печени, да, вот мы там выявляем, находим. Наверное, пациентам очень удобно, что мы так вот выезжаем. Осматриваем, то есть доступность, опять же, да, для наших пациентов. Интересно, как в разъездах работать? Ну, вообще, конечно, да, интересно, потому что люди разные, пациенты разные, вообще, как бы, и посмотреть, и очень интересно, иногда что-то выявляем. Вот в стационар сейчас к вам пойдем, там наверняка будут интересные случаи. Выезжать в районы врачи соглашаются охотно. Это прежде всего колоссальный профессиональный опыт. Наша специальность в районах востребована, обращаются достаточно много пациентов первичных и также на повторные приемы. Если пациент повторный, он обращается с результатами обследования, которые ранее были назначены терапевтами или другими специалистами. А кто на повторном приеме с результатами обследования в динамике? Такое важное дело, чтобы вовремя выявлять и как бы вовремя начать лечить любую болезнь. Угу. Я тем более бывший водитель скорой помощи. Ну, во всех этих делах чуть-чуть понимаю. Пока республиканские специалисты выезжают нечасто, по графику. У районных участковых терапевтов и врачей общей практики есть возможность консультироваться при помощи современной телемедицины. Пациент, обратившись к врачу, может получить телемедицинскую консультацию, не выезжая к врачу-специалисту республиканского уровня. Для этого наш врач вбивает все данные в единую программу, а врач-специалист республиканской больницы, он уже видит все эти данные по компьютерной сети, выставляет или коррегирует диагноз, коррегирует лечение и направляет рекомендации участковому терапевту, который все это воплощает в жизнь. В таких условиях жителям районов следить за своим здоровьем стало намного удобнее и доступнее. Главное – обратиться за помощью вовремя. Татьяна Молокова, Екатерина Шеверова, Сергей Емельянов, Республика Маргауши.